Московский айтишник избил свою дочь из-за того, что она слишком сильно увлекалась компьютерными играми. Собственно, отец семейства рассказал, что 13-летняя дочь залипает в компе и забила на учебу, а когда он пытается отобрать телефон или планшет, начинается семейное побоище. Врачи обнаружили у девочки повреждение связок локтевого сустава, а мать попросила полицаев возбудить уголовку на бывшего мужа. Собственно, ну прям уж такое побоище, если повреждение связок локтевого сустава. То есть мне так кажется, то, что уж прям побои там отсутствовали, да? Повреждение связок локтевого сустава, это что? Это, видимо, она держала планшет, батя вырывал, как-нибудь, может быть, даже так крепко вцепилась, то, что он ее аж, там, например, с дивана стянул, да, и потянул ей как-то руку, ну, прям дергая за планшет. В общем, ситуация такая, то, что просто надо было заниматься воспитанием дочери изначально, а не когда в 13 лет она стала залипать в телефон. На самом деле, абсолютно классическая сейчас история, когда воспитание отдают на аутсорс телефону или планшету, а потом удивляются, блин, почему дети в них сидят. То есть, да и айтишник, ну, как бы сам, ну, чувак зарабатывает на компьютере, и он явно дочь смотрела на это с самого детства, то, что батя зарабатывает постоянно. Дети не понимают, что такое работа, а что такое развлечение в маленьком возрасте. То есть, для нее модель стала такой, и она тоже стала залипать как бы в гаджет. Ну, ничего удивительного в этом нет, надо просто лучше заниматься воспитанием. А уж раздувать из мухи слона то, что это какая-то, какие-то побоища, да, растяжение связок локтевого сустава, ну, я бы все-таки, ну, так, к этому отнесся скептически. Посмотрим, наверное, новость обновится. Если на него возбудят уголовку, то это вообще будет полный капец. Поживем, увидим.